Ну и Вильям II тоже незагадочная более для нас команда. Состав этого клуба в матче против пражской «Спарты» в воротах под первым номером Крис Мампей. И в поле второй Джеффри Промайон, третий Деона Хилл, четвертый Марко Джентили, пятый Раймонд Виктория, седьмой Ятто Сисей, восьмой Арно Артс, капитан команды, десятый Томаш Галашек, одиннадцатый Есин Абдулау, двенадцатый Дмитрий Шуков, 25-й Кью Ялинс. И главный тренер Ко Адрианса. Замечательный он тем, что все три матча в Лиге Чемпионов начинает одним и тем же составом. Совсем в неважной форме находится команда Ко Адрианса. Это не он, это главный тренер пражской «Спарты» Иван Хашек. Безобразно сыграл Вильям II в последнем матче голландского чемпионата, проиграв ПСВ Эйндховен со счетом 1-6. Больших проблем пражские футболисты в этом матче, забегая вперед, не испытывали. Интриги здесь не было ровным счетом никакой. Уже на 26-й минуте Ирже Навотне воспользовался ошибкой голландских защитников. У них здесь было численное преимущество во вратарской, но они позволили игроку пражской «Спарты» выиграть сначала борьбу и затем сыграть на подборе и самому пробить по воротам Криса Мампия. Он своей команде ничем помочь не смог, и 1-0 пражане вышли вперед. Пропустив гол, голландцы не пошли отыгрываться, как того можно было предположить, а продолжали ошибаться в своей штрафной площади, хотя защищались довольно большим количеством игроков. Очередная позиционная ошибка приводит к тому, что арбитр этого матча Берн Хайнеман из Германии назначает 11-метровый удар. К мячу подходит Мартин Прохашко и легко, без всякого труда, раскладывает по разным углам мяч и голкипера Криса Мампи. 2-0 на 29-й минуте. И, пожалуй, все в этом матче ясно, за исключением окончательного результата. Сколько мячей еще забьет пражане в ворота Вильяма II. Но определенно что-то нужно делать, какие-то меры предпринимать у Адрианса. Вот так получилось, что Вильям 2, Вильям 2, так эту команду правильнее называть, в целом произвел неплохое впечатление в матче против «Спартака». Хотя, может быть, кому-то показалось, что победа «Спартаковцами» была добыта довольно легко. Нет, команда действительно вполне приличная, но вот всякое случается. Очевидно, спад, кризис пришелся как раз вот на период групповых, первого группового турнира Лиги Чемпионов. Атакует все время пражская «Спарта», момент за моментом они создают у ворот Криса Мампия. Ну и все это происходит в отсутствии Локвинца, основного нападающего пражской «Спарты». Он в этом матче участия не принимал. Очередной провал на правом фланге обороны Вильяма II. Хорошая комбинация. Томаш Росицкий делает счет 3-0. Все это первый тайм. Практически не шли вперед футболисты голландской команды. Ну, то есть они, может быть, и пытались идти вперед, но потери мяча в средней линии поля оборачивались быстрыми контратаками «Спарты», которые эта команда проводить умеет. Наглядно продемонстрировала она такой способ игры в Москве. Доставка мяча из обороны в атаку очень неплохо налажена у пражской «Спарты», а вот у Вильяма, наоборот, выход из атаки в оборону. Большие проблемы с этим испытывают игроки голландской команды. В результате вот все эти свободные пространства довольно умело заполняли пражские футболисты. И как результат таких действий 3-0 уже после первого тайма. Ну и статистику вы видите на ваших экранах. Ни одного удара по воротам Вильям II в первом тайме по воротам пражской «Спарты» не нанес. В общем, не было никаких оснований произносить фамилию голкипера чешской команды Томаша Паштулки. Но зато соревновались в борьбе голландские футболисты, проигрывая в скорости. Хватали они соперников за майки, и довольно часто приходилось лезть в карман за желтой карточкой главному арбитру матча Бернду Хайнеману из Германии. Опечален Ко Адрианса, главный тренер Вильяма II. Но какие еще мысли могут прийти в голову, наблюдая за вот такой игрой своей команды? А вот это гол, который забил Ирже Ярусик, вышедший
на замену на 58-й минуте. Очень напоминает мяч, который Мариан Пахарь забил в составе Саутгемптона Манчестер Юнайтед в последнем туре английского чемпионата. Вот точно таким же финтом Пахарь обыграл не кого-нибудь, а самого Япустама. И точно так же левой ногой пробил мимо Массимо Таири. Но действительно, голы просто идентичны. Ну а в этой встрече 4-0 Спарта выигрывает. Судья охлаждает наступательный порыв чешской команды желтыми карточками. Ее получает Мирослав Баранок. Происходит это на 60-й минуте матча. И еще очень много времени у пражской команды для того, чтобы совсем уж испортить настроение поклонникам голландской команды. Хотя куда уж хуже. 1-10. Вот такой счет в двух последних матчах, которые провел голландский клуб. Но я бы не торопился записывать Вильям II в откровенные аутсайдеры этой группы. Действительно, пока голландцы занимают последнее место, не могут они одержать ни одной победы. Но все дело в случае. Если вы видели матч между Вильямом II и Бордо, то, наверное, обратили внимание, что если бы чуть-чуть повезло, голландской команде вполне могла она увести даже не одно очко из Бордо, а все три. Но так складываются обстоятельства. Интересно, команда, в составе которой есть талантливые перспективные футболисты, из-за отсутствия опыта участия в таком сложном турнире, как Лига чемпионов, не сумела к нему должным образом подготовиться, и как результат вот такие крупные поражения. Дает поиграть свежим футболистам главный тренер пражской «Спарты» Иван Гашек. Очень уверенная победа пражской команды. Пока счет 4-0. И еще есть несколько минут у чешской команды для того, чтобы закрепить свое преимущество. Лишь один удар Вильям II нанес за весь матч по воротам Томаша Паштулки. Я думаю, что эта статистика говорит сама за себя. Истекает основное время матча, и зрители аплодисментами даже судья не стал добавлять времени. Все здесь слишком уж ясно и очевидно.